Всем самый солнечный и добрый кутентак из города Бохума, где я сегодня иду на премьеру спектакля «Из мертвого дома», оперу Леоша Яначика по роману Федора Достоевского. Это новый спектакль Дмитрия Чернякова. В рамках фестиваля «Рубтриеннале» играет его вот в таком необычном месте. Это бывший сталелитейный завод, который последние 20 лет используется в качестве артистической площадки для проведения фестиваля «Рубтриеннале». Если вас интересуют все подробности, то очень скоро я расскажу это в полном обзоре на платформах Boosty и Patreon. Поэтому подписывайтесь на канал «Сумерки богов» на платформах Boosty и Patreon.